Всем привет, дорогие друзья! С вами Дан. Сегодня я хочу записать топ 5 тренировочных карт CSGO. Итак, ребята, на пятом месте у нас расположилась карта под названием Surf Training. Эта карта довольно хорошая, здесь можно научиться хорошо серфить, соревноваться вместе с друзьями на скины в CSGO. Но в этой замечательной карте есть один огромнейший минус. Эта карта очень маленькая, на этой карте всего есть пару уровней. Ну, так как я криворукий, то серфить я, к сожалению, не умею. На четвертом месте у нас расположилась карта под названием Бэхоп. Карта довольно длинная, но и очень хорошая. Пройдя всю карту, вы сможете в любое время произвести впечатление на тиммейтов, а также на врагов, которые не смогут вас попасть. Так как вы матрица. Повторяю, так как у меня руки и жопы растут, ибо не хопить, я и тоже не умею. Под названием AWP XD. Можно научиться хорошо стрелять с такой замечательной снайперской винтовки, как AWP. К сожалению, почему-то у меня не заспавнились эти долбанные AWP на этой карте. Только пистолеты. Ну, отказ. На втором месте у нас расположилась карта для настройков прицела. Эта карта служит для того, чтобы настроить свой прицел под себя, а также взять прицелы многих знаменитых игроков и команд. Также на этой карте можно протестить прицел. Лидером этого замечательного топа становится карта под названием Jumps Training. Эта карта наикрутейшая. На этой карте есть копии некоторых моментов самых знаменитых карт в CSGO, которые используются в турнирах. Заходя в дверки, а их там много, вы можете научиться разным прикольным нычкам. Итак, на этом топ заканчивается. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите замечательные, хорошие, добрые комментарии, а также советы.